форму ИПР, компетенции попадают на основе профиля. Поэтому после создания их необходимо объединить в профиль компетенций. Для создания нового профиля в приложении «Управление ИПР» нажмите кнопку «Добавить» и в выпадающем списке выберите пункт «Профиль компетенций». В открывшемся окне введите код и название профиля. При необходимости добавьте текстовое описание профиля в поле «Комментарий». В форму ИПР оно не выводится. Для добавления в профиль компетенций нажмите кнопку «Добавить компетенции» и в окне «Выбор объектов» укажите одно или несколько значений. После добавления компетенций в профиль, для них можно дополнительно настроить ограничения по выбору способов развития и учебных программ. В этом случае настройки профиля имеют приоритет над настройками самой компетенции. То есть в форме ИПР на портале пользователю для данной компетенции будут доступны для выбора те способы развития и учебные программы, которые добавлены в профиль компетенции, а не те, которые привязаны в карточке самой компетенции. При выборе варианта из списка всех курсов, из списка всех способов развития, можно добавлять в профиль учебные программы и способы развития из всех объектов системы. Вариант из списка курсов, привязанных к объекту, из списка способов развития, привязанных к объекту, означает, что выбирать можно только среди программ и способов развития, добавленных в карточку конкретной компетенции. Нажмите кнопку «Сохранить и закрыть», расположенную в верхней части окна. Добавленный профиль отобразится в разделе «Справочники», «Профили».